Желание привиться от коронавируса у Василия Григорьева появилось сразу после того, как он узнал, что в городскую поликлинику поступила вакцина. Пациент входит в группу риска, поэтому хочет обезопасить себя от возможного заражения ковидом. Процедуру мужчина перенес легко, без побочных эффектов и осложнений. Вакцинироваться я и в советское время вакцинировался от гриппа, без всяких вопросов и оговоров. Поэтому и на эту вакцинацию пошел спокойно, свободно. В первую очередь прививают медиков, лиц с хроническими заболеваниями и пациентов старше 65 лет. Порядка 110 самарцев сегодня обратились к медикам с целью сделать прививку повторно. Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в два этапа с разницей в 3 недели. Какие у нас нет уже? Главный врач самарской поликлиники пришла на вакцинацию повторно. Первую прививку от коронавируса она сделала несколько недель назад. Я почувствовала некое облегчение, и, знаете, вот как будто бы что-то с плеч свалилось в части именно безопасности как для окружающих, своих близких, да, так и для себя. Чтобы записаться на вакцинацию, нужно позвонить на горячую линию по номеру 122 и телефоном поликлиник. Также оставить заявку на прививку можно на портале госуслуг в разделе «Лист ожидания». Мария Елчан, Ольга Павлова, «События».